Эдвард? Привет! Сьюзан, привет! Как твои дела? Ты просто неотразима, как и всегда. Ты была моей первой любовью в Хейстингсе. Ты тоже моя первая любовь. Одумайся, Сьюзан. Эдвард слишком слаб для тебя. Ты будешь ненавидеть его за то, за что сейчас любишь. Мне очень хотелось быть той, за кого ты меня принимал. Любовь — чувство, с которым надо быть осторожным, иначе... рискуешь потерять навсегда. Бывший муж говорил, что я живу под покровом ночи. Я и не знала, что у тебя был муж. Ты любила его? Я совершила нечто ужасное. Я ушла от него довольно жестко. И что же нам делать? Вопрос в том, насколько сильно ты жаждешь правосудия. Это безумие. Вы совершаете большую ошибку. Я всю жизнь буду жалеть об этом. Пусть в аду поломают головы, думая, как мы это обставим. Никому не позволено безнаказанно совершать подобное. Даже ей. «Под покровом ночи». Смотрите в кинотеатрах с 8 декабря.